свои 11 лет Саша отлично понимает специфику службы полицейского, ведь ее мама работает в правоохранительных органах. На конкурсе рисунков юная художница заняла первое место. Двор обычный на улице, и проходит, к примеру, вот полицейский, там проверяют вот все на картинке, как хотел передать. В Одинцове подвели итоги конкурса рисунков полицейский дядя Степа. Ребята подготовили работы, в которых постарались отразить свое представление о службе в полиции. Победители наградили грамотами. У нас ежегодно по Министерству внутренних дел устраивается конкурс детских рисунков дядя Степа, получается, полицейские. Соответственно, как всегда, наши детки принимают активное участие в этом конкурсе. И сегодня у нас, естественно, были подведены итоги данному конкурсу, где были также определены нами победители. Дети наших замечательные дети наших сотрудников. Нужно с самого раннего возраста знакомить детей с профессией полицейский, уверен член общественного совета при управлении. Ребята понимают, насколько опасна и трудна работа их родителей. Большую роль играет и участвуют дети наших сотрудников, и большую работу проводят среди подрастающего поколения. Авторов лучших работ ожидает следующий этап. Рисунки поедут на конкурс Главного управления МВД России по Московской области, а затем на федеральный конкурс. Мария Шматкова, Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».